Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор, и мы на канале Витёк Плей. Сегодня играем в тот самый Happy Wheels, от которого все тащатся. Как обычно, я залезаю в свою группу ВКонтакте, беру там тему, которая называется «Пройди этот уровень Happy Wheels», и начинаю играть во все уровни по очереди, которые мне там написали. Итак, следующий у нас тут кипяу какой-то, кипяу, и нужно найти нам уровень Супермен. Супермен против Гарпунов. Вот он этот уровень. Поехали. Приготовились ржать. Помчались. Что-то громко-то. А, наверное, надо десантироваться. Слушай, да отпусти ты. О, нормально, без ног, поехал уже. У-ху! Так, а где Гарпуны? Рестарт. Такое ощущение, что от меня здесь ничего не зависит. Давай. Жопой вперед полетел. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, как меня быстро-то прикончили. Шапочку сбили. За что? Вот это ежика. Почти к финишу дошел. Осталось чуть-чуть. Осталось совсем немного, и я буду там. Давай, только давай руками вперед в этот раз. Так быстрее получится. Давай. Так. Нет, тихо, уворачивайся. Нет. Давай. Жил с жопы. Опа, все. Вы посмотрите, как он закончил. Классно, а? Восхитительная концовка. А тут прикольно получилось, что он сел такой на жопу и едет. Это... Сразу мне анекдот вспомнился про кошку, которая все время, типа, после туалета выходила и ехала на заднице, типа, вытирала. Посоветовали, типа, а ты, говорит, эту... подстели наждачку, перестанет. Ну, хорошо, на следующий день приходит, говорит, ну, подстелил, говорит, я наждачку. Кот выходит, говорит, из туалета, разгоняется, на нее садится. Он говорит, до двери только уши доехали. Вот то же самое было. Мужик сел такой на задницу, до финиша только уши доехали. Туалетное приключение 2. Вот это мне нравится название. Сейчас что-то эпичное будет, я чувствую. Не понял, что такое. Какого хрена? Ха, за сортиром полетели, давай. Опа. Ой-ой-ой. Это была канализация. Или что-то в этом роде. Сейчас, понял. Ай, да куда ж тебя все время тащит-то туда, в сортир? Погоди, там туалетная бумага всего лишь за 49 баксов. I need it. Хорошо. Слушайте, а помните, мы как-то играли с вами в уровень, там, где сортиры всякие были? А там в конце еще очередь такая классная была. Я еле выдержал. Так, здесь кто-то разбил туалет. Ах вы вандалы, хреновы. Зачем же вы разбиваете туалет? О, один туалет, надпись. Так. Что, очередь? Сейчас прям, конечно. Я... Ой, как-то меня за... Так, вот. Ой-ой-ой-ой, по голове-то Тихо, отдай меня. Эй, я прилип к ней. Мужик, извини. Мне так хотелось пройти вперед. Так, слушай, негра. Перепрыгни ты, негра. Во, наконец-то. О, Деда Морозу прям вообще можно прям по загривку попрыгать. Эльф. О, Дед Мороз, держи меня. Запустите меня в туалет, пожалуйста. Я первый. И от пуза отталкиваемся. Давай. Да ладно. Нормально. Терпимо. О, деда. Делай мне приятно. Хотя нет, погоди. О, ты прикинь, я могу по нему кататься. Наконец-то я. Но главное, присел и разбил. Присел и разбил. Что такое? Какого хрена здесь происходит? Что это за команда поддержки вместе со мной к королю пришла? А это какие-то дерьмо-демоны, я не понял, стоят здесь. Отпустите меня, пустите меня. Ой, у меня маленький ребенок. Я должен проехать. Да, блин, вас разгрести, это проблема большая. О! Ни хрена себе, что это было? Какого хрена этот медведь просто тут все раздавил?
Только как его пройти, я не понял. Давай, медведь. Ай-яй-яй-яй-яй! Очевидно, русский медведь. А, может быть, надо как-то... Во, все, кинжал в жопу. Ой. Нет, кинжал не в жопе. Так, стоп-стоп-стоп, парень, ты нам нужен, и я тебя сейчас попробую запустить на медведя, давай. Ох ты ж! Одна нога осталась на велосипеде! Нет, нет, нет! Ты что за жрет меня? Он жрет меня! Хорош, медведь, ты крут. Во, в жопе, топор. Да елки-палки. Слушай, он меня убивает в любом случае. Не, я еще живой, отлично. Давайте ноги, берите меня с собой, мы идем. Так, хорошо. Опа. О-о-о-о-о. Смотрите, я перчатки с него снял. Так, во мне есть дополнительный груз. Это что, кишки какие-то, что ли? Я какие-то кишки выпустил. Опа, лучника убил. Так, а как... Так, как мне этого медведя перехитрить? Так, еще раз. Меч опять. Опять меч. О, не соскочил. Ой, еще раз. Погодите, что за упорня? Ребята, это достойно киностудии Brothers. Вы посмотрите, а? Что он повесил себе, извиняюсь, на шапку медвежью, не, перчатку какую-то. Опа! Во! Отлично! Все хорошо, только в жопе топор. Единственная проблема. А так вообще все замечательно, я бы сказал. Нет, парень, нет, не убивай меня, медведь! Так. О, все, медведь сломался, смотрите. Или нет? Ведь он буксует, он сейчас пойдет в атаку. Какого хрена, что это? Что это было? Я почти прошел уровень, и тут медведь распружинился. Да какого хрена? Надо к лучнику заскочить. Да, секира, ой, секира. Давай, говорит, я тебя обниму. Отлично. Опять порнушку снимает тут у меня, вхэппивился прям. Нет! Да вы что, прикалываетесь? Да что ж вы... Да им что не дает? Да вообще, ну как так можно? Дети смотрят. Хотя не, 18+, ребят, ограничения поставлю, и все нормально. Детей не будет. Понял, да. Да ладно! Вот это покарало его. Во, нормально, нормально. Топор в жопе, это еще не значит, что я мертвый. Так, медведь, давай. Кто кого? Че это за хрен? В крючок улетел, у которого только топор в жопе и брусок тела, все, больше ничего нету. Блин, его не победить, это непобедимый медведь. Как его? Мишка момент выжидал, да, это уже был. Слушайте, опять. О, да я тут целый фарш, целый шарф. Ребята, я сделал себе шарф из королевских кишок. Учитесь, рецепт могу дать. Так, слушай, у меня вторая нога я сейчас плакать буду. Да как так? Ай, ёлки-палки, да что? Опа, все нормально, нормально, выжил. Выжил, ребята, я выжил. Давай, проходим. Кажется, моя пога вляпалась в какаху. Давай, медведь, ну же! Отлично, медведь не прокнул. Отличный уровень. Этот медведь, он доставляет удовольствие. Так, ultimate trolling, welcome to... Зачет. Так, а что делать?
И как? И как это преодолеть? Может быть, назад? Ага! Понятно. Эпик джамп. Ага! Что такое, нога? Какого? Ой-ой-ой. Так, сейчас чувствую, что-то произойдет. Что происходит? Я вообще не жму кнопки, ребят. Меня куда-то просто вперед тянет. Так. Нет. Так, go back. Что, назад? А! Ах ты... Ах ты, срань. Go back, говорит. Проедем два гарпуна. Здесь финиш проедем. Нет! Так, и куда мне теперь? Go back. Ага, ага. Мэтт? Ты чё? Ты чё, сумасшедший? Так, где-то? Ой, какого хрена вниз? А, не, вниз не надо, наверное, в пушку надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Надо было вниз. Надо было вниз. Не-не-не, так, вот здесь вниз. Здесь реально вниз надо. Эй, вниз. А-а-а. Так, тролль. Эй, тролль. Так, choose A или B. Да чё, как? Чё? Hold control, так, hold control. Держу control, прыгаю как лось, я не знаю, как пройти уровень-то. О! Получилось! Ха-ха! Когда я уже сказал, ну все. А-а-а! Не, ну идите вы в задницу, я не хочу в тебя играть больше, ты плохой уровень. Так, добро пожаловать в несколько путей для смерти. Куки эксидент. Инцидент на кухне. I want a cookie. Я хочу печеньку. Ой-ой-ой. Интересно, вот кто... Это что там за ящик термоядерный должен быть, чтобы... чтобы он расколошматил бошку человеку с печеньем. Это, наверное, печеньки, сделанные из титана и алюминия сплава, да? Камон, вок, давай, работай, бензопила. Ха-ха, сейчас дерево на него упадет, давай, мужик, уворачивайся. Мужик, прячься. Нет. Вот такое, наверное, бывает. Бензопила, дружба, она такая, она телепатически срубает бревно, а потом оно падает вам на голову. Все бывает. Так, суицид джампер, так. Суицидер, не прыгай, не прыгай. Нет, он упал, да. Не, ну, в принципе, тоже жизненная ситуация, все бывает. Вот, вот вам наглядный пример, что с вами будет, если вы прыгнете из окна, ребят. Не прыгайте. От вас останется фарш. А его потом придут, съедят собачки. Злой я какой, а? Explosive Diarrhea. Ребята, это же название пилюли в Happy Wheels. А, жжется! Ого! Слушайте, видимо, он наелся индийской кухни. Единственное мое предположение. Именно там так горячо бывает. Тяжелая машина. Угу. Смотрим. О, нет, нет, парень, как ты так? Не доверяете. Не, ребята, если у вас есть машина, везите ее в автоцентр. Пусть придают механика, а не вас. В конце-то концов. Так, следующий. Атака медузы. Какая классная медуза. С какого хрена медуза молнией бьется? Это что это за новый подвид медуз? А, это, наверное, стрекательная медуза. Это стрекало такое показали. Бывает, да, ребята, осторожней с этим делом. Хотя был у меня один знакомый, который, знаете, полетел с парашютом. Ну, там на море, да, там за лодку цепляется с парашютом. Вот, и прилетел его прям... Ну, приземлялся, когда приземлился в медузню. В общем, там медузы около берега были, и он прям туда, блин, вышел весь краснющий, распух на следующий день. Ух, красавец был, ну ничего, нормально выжил. Crushing Rocks, ребят. Обвал. Камон, давай, лезь, парниша. Ой! Ножки, дорожки одни остались. Ух, прикиньте, камни играют в футбол чужими ногами. Классно.
Так, посест. Так, это что, изгнание дьявола, что ли? Давай, боже, спаси этого человека, освободи его от дьявола. Ой, нифига себе. Это было болезненно. Ну ничего, справился. Молодец, аплодисменты. Аплодисменты. Так, мистер Мачо. А, какой ты сильный. Ничего страшного, да, бывает. Никогда не берите вес лишний вашу. Лишний вес, в общем, не берите. Тоже был у меня один друган. Ну ладно, не буду рассказывать. Нормально, живой остался. Так, здесь что происходит? Два мужика, один с сердечком, другой с конфетами какими-то. Ты выбрал, выбери меня вместо нее. И тут она такая вылетает и чух, секир башка всем делает. Ура! Мы это прошли. Что это было, я так и не понял, но... Так, давай, давай, гаси! Нормально, выжил. Нет? Так, еще. Еще. Ой-о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 й. Ну это слишком длинный уровень. Лоу, добро пожаловать в уровень экстра бум-бум. И вот что ты предлагаешь мне, это как-то увернуться от этого всего? Я знаю единственный способ, как увернуться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упс, не сработал. Так, 100% скилла нужно, пишут мне. Тихо, что происходит, ребят? Так, надо разогнаться. Да, детка! С первого раза. 100% скилл, значит, у меня есть. Так, левел 1, паркур. Так. Че это, шарики какие-то растягиваются? Паркуром пока не пахнет. Ладно, поехали. Вот здесь я не уверен, что... Вот это было бастерское отделение головы от тела, прям... Отлично, нормально. Давай, бежим. Есть. Отлично, ты куда ты, палка, А, не, хорош, нет, я не хочу туда сливаться. Нет! Ну тебя нафиг этот паркур. Давай. Ух, классно пролетел. Ой, мимо. Поправили меня немножко, да? Вперед летит. Давай, отлично. Профессионализм, не пропьешь. Так, в пушку залезай. Тихо, в пушку еще раз. Ай, на руки поломал, не надо так. Отлично, у меня есть еще одна рука, я смогу. Я смогу, ребята. Нет, я не смогу. Следующая попытка. Опа, вот это да. Я еще и сальто крутануть смог. Вы прикиньте, а? Бам. Нет. Что-то сломал. Надеюсь, не руки. Ай. Пятку держи. Держи пятку. Хотя не, она не нужна. Давай. Есть. Такие две ноги валяются. Где-то в стороне. Так. И... Опа. Нормально. Бам. О. Вот так вот, ребята, уровень супер. Хо-за! Так. Так, тихо, держись. Держись, тебя наматывает. Нормально, сейчас будем цепляться за что-то, я уверен. Оу, пам, лицом прям. И к финишу. Ну это легко. Это легко, ребята. Опа, отлично, начало, старт классный, как обычно. Оп, тихо, прячемся. Ах ты ж, ты какая большая штука. Бежим. Тебе нога. Нет, меня-то не надо, да что ж ты творишь. Нет. Бежим. Ура! Наконец, почему у меня рука сломалась? Так, оставили там
парня погибать. Наконец-то, давай, мужик. Иди. Просрись на шипах. Наконец-то. Тихо-тихо-тихо, секира летает. Нет, твою мать. Давай-давай-давай, вперед. О, да. Залез, молодец. Забрался-таки. Такой звук прикольный, по фаянсу, да, велосипедом ударил. Так. Давай. Опа. Нет, нет, да, нет. Что такое происходит? Куда? О! Новый негр надо запустить куда-то. Ага. Смотри, я их как трамплинчик использую. Я по ним потом катаюсь. А ты тут что валяешься? В общем, беда, ребят. А у человека, который присылает все эти уровни, какая-то большая беда со вкусом. Начинается. You shall not pass. Ты не пройдешь. Еще бы с арбалетом. Фига себе, он опочковал меня. Тихо-тихо-тихо, ворот. Нет, нет, меня убило, я убило и подвесило. Ставить стальную жопу. Блин, да это нереально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, да, я лечу, кишка вперед. Нормально, я почти прошел. Ну, мои две ноги и пога у меня находятся там, где должны мы. Финишировали, нормально, все зашло. И я хочу его допройти. Оп-оп-оп. Так, тихо-тихо-тихо. Так, отлично. Не смело так, продвигаемся вперед. Оно, надеюсь, все выстрелило, что могу... Ты да. То, что не прыгаешь. А, нет, нет! Твою налево! Ну, давай еще раз. Так, напихали, но я жив. Отлично. Дикобраза не видели? Высоко пошел. Ой, высоко пошел. О, нормально. Я хотя бы большим куском лечу. Ну давай. Нет. Тихо-тихо, жопой только не сядь на бомбу. Да! Да, ребята! Вот она, русская воля. Так, деда, летим! Так, оу! Не-не-не-не-не-не, что происходит? Вы что творите? У деда ноги отказали! Ай-яй-яй-яй, не-не-не-не, коляску, за что ты коляску-то деду-то сломал, метеорит ты долбанный? Что за эпичность тут творится, ребят? А дед-то живой, вон, ногу лови. Ох, все. Летим, деда, летим отсюда нахрен. Здесь какие-то сраные метеориты. Давай, куда лететь-то? Ой. Кажется, я далеко улетел. Во-во-во, в ту сторону. Нет, не разворачивайся. Почему нога сломалась? Давай, еще чуть-чуть, есть финиш, вижу. Да! Опа! Улетел дедуха. О, да, наконец-то. Понеслась. Все, ребята, первая катана в жопе уже есть. Наконец-то мы можем открывать свой выпуск. Тык. А? Как я тебя? Ух ты, какие они классные тут. Да! Нет. Не смог я их преодолеть, к сожалению. Фига себе! Так, ну стоп. Какого хрена, извините? Это, знаете, как третья нога. Ну, для равновесия. Я кенгуру. Катановый кенгуру, знаете, такая. А! Что это? Катановый кенгуру. Здорово, что-то случилось. Надо будет замедлить потом посмотреть видео, что там все-таки отделилось от него. Мне показалось, что это был запах страха. Видали, я его спугнул своей жопой. На! Тихо. Во!
Там классная этажерка получилась. Вон эти сливаются нафиг отсюда. Так. Чего-то я прилип куда-то. Эй, отдай меня. Хорош. Перестаньте. Перестаньте. Отпустите меня. Так, ребенок. Что это там? Жертвоприношение какое-то. Допрыгался, да? Ну, как обычно. А в этот раз полный арсенал побывал у меня в заднице. Но вот эта катана, которая в животе, это, конечно, к хорошему не приведет. Вот! Прыгай на арбуз. Зачем мне на арбуз? Я вот так хочу. И... Ту! Да! Так, но как мне туда запрыгнуть? Вот это вопрос. Оба-на! Давай целуй меня, эльф! Ха-ха! Схватил и скинул. Вот так вот, вот так вот. Давай головой, есть! Так, нормально, нормально, нормально. Тихо, обратно. Обратно. Обратно, я сказал. Тихо, не успел. Не выйду я отсюда, да? Надо заново начинать. О, нет, 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 справился, справился. Оп, мужика-то. Чё это? Какие-то балерины там. Что происходит тут? Я вообще, я не понимаю, что за ересь. Не-не-не-не-не-не! Стоять, 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 бояться. Тихо. Что здесь вообще такое произошло? Здесь какой-то босс, такое ощущение, что здесь до меня какой-то террорист прошел и всех убил. А что это я за кусок мяса с тобой несу? Извините, пожалуйста. У меня ассоциации вообще бешеные какие-то. Присылайте уровни, которые реально упоротые. Смешные упоротые уровни. Мне не интересуют вот эти вот уровни на прохождение. Там не нужно, чтобы там была какая-то ересь просто откровенная. Вот это круто. Вот такие уровни я ищу. Не забывайте присылать их, да, в контакт тему. Тему, да, в контакт тему, которая называется «Сыграй в этот уровень Happy Wheels». Вот, ну, на сегодня мы прощаемся. С вами был Виктор, канал Витёк Плей. Не забывайте ставить лайки. Без лайков жизнь становится более тусклой. Не хочется, не хочется. Хочется, чтобы было радостно. Улыбаемся и машем. Всем пока. Всем пока. Подписки тоже оформляем, не забываем.